сам лично я встречался с кровососом, короче, ну, а всего один раз, да, в катакомбах, наверное, помните, с одним всего. Кровососы, они еще те сосуны, короче. Кровососы, видимо, в деревне завелись. Парочка наша как пошла в деревню, так и не вернулась. Да ладно! Кровососы! Что, мне никто не сказал, что здесь кровососы? Мать твою! Сосун. Как их звать? Ну, как их подзывать? Как подзывать тех, кто сосет? Айфоном поманить. В избушке сидит. Сосун, ты в избе? Бляха! Чё за дерьмо? Бля! Да беги ты, ну! Я бесит то, что он не бежит. В смысле? Почему не бежим, блин? Почему не бежим? Я шифтую, а он нихера не бежит. Аномальный пух, жара, июль. Ночи такие темные. А, оружие заклинило! Здесь радиация! Так меня не пропустишь, да? Капец. А можно через окошко? Я к тебе, наверное. Можно через окно? Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и это Сталкер День Чернобыля. Итак, сегодня нас ждет опасное и сложное задание. Нужно отправиться в логово кровососов и уничтожить именно это логово вот этих кровососущих тварей. Вот. Мы с вами все вроде в прошлой серии в конце взяли все, что нам нужно, так что погнали. Так, сразу сейчас выберу. Освободить долгоцы из тюрьмы нет. Вот. Уничтожить логово кровососов. Армейские склады. Еще и на армейских складах, ты представь. Еще и на армейских складах. Жесть. Вот. Сам лично я встречался с кровососом, короче, ну, а всего один раз, да, в катакомбах, наверное, помните, с одним всего. Но судя по вашим комментариям, по вашим возгласам, кровососы, они еще те сосуны, короче, еще те монстры, вот. Типа, когда их много, очень опасно. Иди своей дорогой, сталкер. Так, я не туда, не в ту сторону пошел, кстати. Вот. Еще в комментах вы, короче, написали, что я... Ну, как бы, блин, я уже понял, да, я уже после записи видео понял, что это была отсылка, короче. В конце прошлой серии мы читали КПК Гордона. А это, получается, у нас отсылочка к Half-Life. Вот, к игре Half-Life. Вот. Там, типа, самого, этот ГПК мы читали самого Гордона Фримена, главного героя игры Half-Life. Он там, типа, писал, короче, то, что продал свою фомку, короче, за консервы. За банку консервы. Вот. Сначала я, короче, не понял, а потом, короче, когда я начал уже, ну, делать монтаж видоса, пошел, короче, в толчок, сижу такой на толчке, типа, и думаю, да ну нафиг. Чё, реально, что ли, это была отсылка, что ли? Да ну нафиг. Вот. Так что так. Кому интересно, можете посмотреть прошлую серию, там в конце мы читали. Итак. Наверное, я возьму ружье. Кровососов, наверное, лучше убивать с ружья. Хотя, блин, не факт. Не факт. Вот. Возможно, сейчас еще придется повоевать с военными. Потому что это армейские склады. Возможно, что не только кровососы нам доставят неприятности. Так что, я думаю, что
Наверное, придется умереть. Несколько раз. Так, эти все тут бегают. Что вы тут все бегаете? Что, вот что вы все тут бегаете, а, чуваки? Все, спеклись пташки. Да уже давно понятно, что не спеклись эти пташки. Что эти пташечки уже спеклись давно. Что вы все носитесь? Что вы здесь все бегаете? Так, там радиация. Тут аномалии, там радиации. Нигде спокойно пройти не дадут. Кстати, у меня вот артефакт одет, короче, типа выносливости. Она, смотри, даже не тратится вообще. Вообще не тратится. Это прикольно. Я могу бежать, сколько мне влезет. Могу бежать, бежать. Стану самым настоящим спринтером. Так, там желтые точки, это, наверное, либо долговцы, либо сталкеры. Сталкеры, скорее всего, сидят. Здорово, чуваки! Чего я играть как следует не хочу? А от того, что... Чё, как оно? Угрюмый. Ну да, судя по твоей физиономии, ты какой-то угрюмый. Так, и чего тебя сюда занесло? Что здесь плохого? Тут хрен его знает, что творится. Кровососы, видимо, в деревне завелись. Парочка наша как пошла в деревню, так и не вернулась. Ну а нам помирать неохота. Сидим вот пока тут, решаем, что дальше делать. То есть сами вы не в курсе? Ну так, если тебе делать нечего и голова не в порядке, можешь пойти погулять по деревне. Завалишь твари, скряга раскошелится. Это уж точно. Эй, адресок-то черкни. Если что, письмо ради твоей отправим. Ладно, пойду посмотрю. Убить кровосос. Слушай! Там мне надо убить кровососов, и тут мне надо убить кровососов. Что они? Убить кровососов. Воздержание, только воздержание от любых галлюцинаций. И причем... А за доктора спасибо. Причем та же самая. Контролера так еще никто не называл. Нормально. Причем та же самая. Ну, место. Не, кто как, а я хочу на море. Там клима для здоровья. Да, море это хорошо, море это прекрасно. Так. Ёбаться, бандюки, зверьё тупое. Погоди. А, ну вот, все правильно. Короче, где-то здесь кровосос. Говорит, в деревне завелись кровососы. Какой-то хоррор прям. Я не думаю, что они прям вот прям вот здесь, вот прям по земле вот так вот блуждают. Кровососы же, я так понимаю. Ёпта. Да ладно! Кровососы! Что, мне никто не сказал, что здесь кровососы? Мать твою! Сколько у вас тут? Да в смысле, а чё я так медленно иду? О, мать вашу! Жесть! Жесть. Ладно. Кровососущие твари. Сыграю-ка я вам, друг. Я тебя сейчас там сыграю. Только попробуй тут. Да в смысле не могу войти? Всем выйти из сумрака. Охотник на кровососов пришел. Так. Мне на секунду показалось, что он дышит. Я почему? Я не думал, что они, короче, вот так по земле. Я думал, они в пещерах все прячутся. Ну, в пещерах, там под землей. Кровососы-то. Они, оказывается, вон оно.
Эти ублюдки еще, блин, исчезают. Они еще невидимые. Просто так их вот затаиться и снять не получится. Так, ладно. Я слышал. Где ты? Где ты, говнюк? Сосун. Сосун. Как их звать? Ну, как их подзывать? Как подзывать тех, кто сосет? Айфоном поманить. Так, ладно. В этом доме тихо. Надо как-то их вылавливать, короче, не знаю, по одному, что ли. Но это навряд ли получится. В сортире там заныкаться. Если что... Где-то? Где? Да почему не бежишь-то? Твою мать! Твою мать! Да что такое? Ты не дохнул-то? Охренеть! Охренеть! Столько патронов... Собака... Так... Одного загасил. В избушке сидит. Сосун, ты в избе? Это ваша изба. Пустая изба. Пустая. Нет ничего. Вот, слушайте. Вы бы мне помогли, чуваки. Или настолько сыкуны, что боитесь сосунов? Чё-то какая-то бедная деревня тут. Ни хрена у них нет. Это ж зомби бродяжий. А народ... Так, минус один. Мы видели троих. Но не факт, что их всего трое. Может быть и больше. Как нефиг. Это же все-таки логово. Да. Что-то слышал. Ага. Как бы их, блин, увидеть-то? Ну, как бы различать, где он? Это же непонятно. Бляха! Чё за дерьмо? Бля! Да беги ты, ну! Я бесит то, что он не бежит. В смысле? Почему не бежим, блин? Почему не бежим? Я шифтую. А он нихера не бежит. Твою мать. Чё за бред-то? Чё за херня? Почему так? Почему он не бежит? Ну, можете мне объяснить, а? Это. Где эта херня здоровая? Где они там? Надо, короче... Ой, бля. Давай вот так. Может, с этого, с пистолета моего крутого, короче, получится завалить нормально. Бля, их так не видно, нихера.
А эти там на гитаре фигачут. Блядь! Атас! Сухи! Допустим. Так, усики я заберу твои. Допустим. Минус два. Где ты? Дед шумит. Быкует дед. Так, так, так. Я ж не... Какая нахрен награда? Я не всех убил. Сдохни. Какая нахрен награда? Я ж не всех замочил. Награда? Кому награда? Сообщить угрюмому выполнению. Убить кровососа. Логово кровососа. Это еще не все кровосос. Это же не все кровососы. Нет. Мне кажется, не все. Усики. Усики! Мне кажется, не все. Ух ты! Что за винтовка? СГИ-5К. Одна из относительно новых швейцарских штурмовых винтовок под патрон 5.56x45 мм СС-109. Точность, мягкая отдача и высокая надежность данного оружия быстро завоевали ему самую широкую популярность. Окей. Так. Угу. Это вот такие же патроны, как у меня. Так. У этого скорострельность поболее. Мой удобней. Точность одинаковая. А ну-ка давай заберем. Потом уже будем смотреть. УДП компакт. Так, пекали, я не буду брать. Мне мой устраивает. Поэтому. Так, еще один такой же. Это что у нас? Выносливость плюс 36. Ага. А у меня выносливость плюс 73. Угу. Продадим. Продадим. В принципе, если вот на эту винтовку, которую я сейчас подобрал, можно прицепить прицел, как бы, в принципе, можно заменить будет. Так, бочонок. Это еще как рванет. Нет? Угу. Ага. Тут можно нычку сделать. О! Это что такое? Пружина. Смотри. Ты посмотри на нее, на эту пружину. Прикольно. Так, что за пружина? Опа. Удар плюс 30. О! Процентов. По мнению некоторых исследователей и теоретиков, этот артефакт представляет собой гибрид батарейки и пустышки. Что такое удар? Что такое удар? Ладно. Поставим.
Радиация. Здоровье. Выносливость. Плюс стойкость. Ага. Ну окей. Так, такое не надо нам. Это возьмем, это заберем. Это что за свечки-то? Что за свечки зажигания? Заряд ВОК-25. Стандартная граната для подствольного гранатомета ГП-25 «Костер». Интегрированного подствольника у «Грома» и револьверного гранатомета «Бульдог-6». Хм, окей. В норку утащим. Вот, ну вот теперь задание выполнено. Вот теперь да. Кстати, я думал, будем дольше мучиться, если честно. Если честно, я думал, будем дольше мучиться. Так, давайте полазим тогда, раз такое дельце, полазим здесь в деревеньке. Может, что-то еще найдем интересного. А чё нет-то? Ну, учитывая то, что здесь вообще дома пустые, просто даже мебели нет, то хрен мы что найдем. Так. За дичь-то. Почему все пусто-то? Даже дров не оставили. Печаль. Беда, печаль. Печаль, беда. Ну, кстати, мы вот такую, да? Сдалека видели, помню. Это пух, да, по-моему, называется. А как, а чё он делает? И всё? Он опасный или нет? Я не помню. Аномалия-то это опасно или нет? Вот он мне, смотри, облепливает. Но мне хоть бы хны. Странно. Странная штука. Аномальный пух, жара, июль. Ночи такие темные. Да вообще пусто. Смысла здесь нет, короче, в этих домах лазить, здесь пусто. Я почему-то уверен, что... Хрен мы что здесь найдем. Ой, ёпта, нихера себе радиэйшн. Ну-ка, пробежать. Охренеть. Так, ладно. Радиэйшн. О, трупак лежит. О, нихера себе. Здесь. Я. Где? А, оружие заклинило. Здесь радиация. Куда тут сунуться? Сообщить о грубом выполнении. А, да ладно. У меня, оказывается, не было выполнено еще задание. Окей. Значит, оба задания выполнил. Как удачно тогда эти... Два квеста в одном месте. Два квеста в одном месте вообще. Шикарно. Ну, здесь, конечно, дичь, просто смотри. Жестоко. Как будто какой-то ритуал, да? Смотри. Ритуал подношения был какой-то еще. Ага. Так. Комбинезон. Ну, комбинезон. Как у меня. Нихера. Погоди-ка.
Этот покруче комбинезон, да? Намного круче комбинезон. Выбросить. Так, ладно. С виду как у меня, да, а, блин, по характеристикам покруче, намного круче, чем у меня. 60. Просто радиация трещит. Азбуку Морзе мне тут устроила. Говорил, что не найду ничего, да? Вон она как. Вон она как обернулась-то. Может, еще что лежит? Да не, навряд ли. Столько добра не может быть в одном месте. То есть я тут ужин приготовил. Так, угрюмому надо, короче, сказать, что все в порядке, чтобы он больше не угрюмился там. Просто жесть. Да я просто герой. Я просто, мать его, герой. Народ. Не, можете расслабиться. С ними по-хорошему. Ни с армией, ни с долгом. Не хотят они по-хорошему. Блин, у него пушка-то клевая. И мы их убивать будем. Что так, ну что, как успехи? Заводил я этих тварей. Ого, да, ну ты дал жару. Ты знаешь что? Поняли? Ты сходи к Скряге на нашу базу. Он за хорошее дело платит. А это свобода. А рядом зомби стоит и потешается. Схожу. И говорит, знаешь, сталкер, что в городе по-людски жить не давали. Ага, за награды надо идти вон куда. Понятно, да? Ясно. Так, ну, сейчас мы... Так, погоди. Журнал операции Агропром. Нет, найденный. Так. Его бы изучать. Гордона. Делать, людям рассказывать. Не, военные документы и бармен. Окей. Или сказки страшные рассказывают. А кто правду говорит или хочет сам справка. По себе жить? Нет ничего. Сразу задача. Окей, так, сходить на базу. Свалился на заброшенном заводе кирпич с крыши и зашиб одного. Ну, вот он. Народ собрал. Недалеко. Блин, монстров и контролёров. Так, и так еще кирпичи. Здесь целый день у нас еще. Вот фигня, не. Окей. Чуваку, ну, так... Погнали. В принципе, можно выбрать ружье. Охренеть, тут вообще шкалит радиэйшн. Я хоть теперь могу передвигаться быстро. Вот это радует. А, ну я там был. Я ж там что-то, короче, бревно искал, да? Я ж говорил им, что я вернусь. Че, народ? Я говорил, что я вернусь. А вот и я. Боля. Так. Я там по делам. Окей? Не смотри так на меня. Привет. Здорово. О, дай-ка я тебе сейчас продам вот эту штуку. Оп. Усики можешь забрать. А, недостаточно. Ни хрена себе усики стоят. Так. Фига себе они стоят. Я один усик себе оставлю. Потом продам. Погоди, пообщаемся. Я тебе так пообщаюсь. Мне там к этому, к дядьке вашему там надо. Севка, работяга. Чувак, ты на базе свободы, расслабься, будь как дома. Понятно. Только в рамках, да? Понял? Будешь сильно баловать, пеняя на себя.
Был тут один непонятливый. Так когда всех достал, мы его голиком по минному полю пустили прогуляться. Вот скряга матерился, когда ему на голову рука этого типа свалилась. Это что-то особенного. Да, курил в общем. Молодец, свободен. Это мы типа с тобой поговорили? На, забери. И это ты мне, этим ты хотел поделиться? Видать, у тебя эмоции просто зашкалили от того увиденного, от той разорванной руки, короче. Красит танк. Вот. Что ты решил просто первому встречному рассказать об этом. Так. Народ, можно, да? Я аккуратно. Мне только денежку забрать. Сёма Пушкин, чего тебе? Мне нужен лидер свободы и крайне важная информация. И насколько же это важно? Я встретил отряд долго неподалеку от вашей базы. В смысле? What the fuck? Ты чё сдаёшь-то? А так меня не пропустишь, да? Пиздец. А можно через окошко? Я к тебе, наверное. Можно через окно? Можно через окно поговорить? Бляха. Опа, похоже, долг опять пробует отыграться. Так, проходи на территорию, только убери ствол. Не вздумай тут у нас пальбу поднимать. Вперед ногами вынесут. Хорошо. Все, я могу пройти. Спасибо. Вы очень добрый человек. Тут народ рассказывал, ты кровососа в деревне порешил. Правда, нет? Было дело. Тяжко пришлось. Среднее. Вот интересно, прет всякая гадость из центра зоны. Откуда только берется? Держи, это вот тебе за работу. Кристалл. Где? Что можешь интересного рассказать? Ничего, выжить пытаюсь, все дела. Отлично. Воу. Да тут можно, короче... Смотри, какая штука. 135 тысяч. У меня нет таких денег, мать твою. Так. Кристалл, что за кристалл? Радиация минус 30. Получается, при попадании тяжелого металла в аномалию жарко, этот артефакт замечательно выводит радиацию. Такой артефакт высоко ценится сталкерами, и мало где его можно добыть. Где? А у меня... Радиация минус 20. Минус 30. Так тогда забери вот это. Я ставлю себе кристалл. Блин, вот, ну вот. Штурмовая винтовка немецкого производства, представляющая собой первоклассный образец современного оружия. Легкого, надежного и эргономичного. Ну вот. Вот то, что нужно. Не надо еще... 20 косарей. Да. Мне еще 20 косарей надо. Бляха. Смотри, какая... ГП-37. А у него есть подствольный? Подствольника нет, наверное, скорее всего. Я ее чую, она клевая. Просто клевая. Не судьба. Так, задачи. Уничтожить. Так, окей, надо идти в этот. Ладно, народ. Спасибо, конечно. Жалко, конечно, что вот так вот все. Ружьишко не куплю. И судьба. Ладно. Ладно. Будем ждать X18.
Может, там все-таки найдем то оружие, о котором мечтаем. Так. Один день, да, остался? Погнали! Ладно, народ, бывайте, еще может быть загляну. Двустволку бы как-нибудь, не знаю, поменять, да? С этим как бы, с автоматом, в принципе, разобрались, что я хочу, да? А вот с ружьем. Интересно, ружье здесь только вот это двухствольный обрез и все, больше других видов нету? Или есть какой-нибудь там, не знаю, там, дробаш там или... дальняя винтовка, знаешь, там, ну, на дальнюю дистанцию, которая бьет. Винчестер какой-нибудь там. Винчестер, кстати, прикольно было. Бедный кабанчик так и лежит здесь. Так, он мне, короче, за выполнение задания только кристалл дал, да? Денег он мне не дал. Просто прикинь, вот сколько я копил. Деньги. И сейчас бы просто на одну винтовку я бы все вообще слил. А говорите, покупать нечего здесь в игре. Вон она. Видал, какая винтовка там продается? Опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Новичков нынче, что собак не режут. Чего заскучали, мужики? И все они лучше стариков знают. Адреналинчик, да, там подпиваем. Адреналинчик попиваем. Молодцы, молодцы. Вливайтесь в ряды долго. Защитить мир от заразы зоны. Возвращается опытный сталкер к своему джипу. Где, где бар-то? Нашел. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты. Оружие убрал. Молодец. Так, почему у меня стрелка показана куда-то не туда вообще? Что за дичь? А, основное задание, понятно. Переключилась на основное задание. Проходи, не задерживайся. Спасибо тебе, брат, я не забуду, как ты мне помог. Так, и по поводу задания. Задание выполнено, вот и гонорар. Батарейка. Так, нужна работа. На данный момент ничего нет, все? Все, увы. Так, что за батарейка? Электрошок плюс 30, нихера. Так, происхождение этой вещи окутано завесой научной тайны. Понятно, что в его состав входят диэлектрические элементы, но при каких физических условиях он формируется, науке неизвестно. Окей. Окей, да. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, да, сталкер. Спасибо. Для таких, как ты, у меня знаю всегда твою информацию. Так, окей. Давай-ка проверим. Могу ли я одеть вот это? Не тормози, нет, не могу. Моя информация может тебе пригодиться. Увы и ах. Нынче, увы и собак ах. Собак нерезанных. Так что я ее продам. И все они лучше стариков знают. Так что я ее продам. Это сюда. Так, вот это... Подходи, это... Динка, ты сюда. Есть, ни хабара, никакого приварка. Патроны эти оставляем. Ну... Тридцаточку, да? Оставим. Тридцаточку оставляем. Так, моя это у нас нормально. Все, так, это я продам. 4-4 это убираем. Так. Это что, слизняк кровотечения? Ага. Ага, точно. Это у нас пружина удар. Ага. Всегда есть кое-что интересное. Еще хабар не хуже. Ага. Завязываю с зоной нахрен. Это мы забираем сюда.
Так, этого у нас больше нет. Так, это у нас выносливость. Ага. Информация может тебе пригодиться. А все-таки накоплю я на свой домик. Граната. Чтобы речки. Ага. И лес рядом. Это убираем. Ага. И радиации. Батончик. Тебе. Ага. Ни тварей, колбасы ни нет. Разных. Это суды. Подходи, вот сталкер. Да. Так, как ты у меня всегда есть кое-что интересное. Это если прикинуть. Аптечка. Ага, точно. 3-4. Ну и все, да? Так, а патроны, вчера. Патроны. У меня заканчиваются патроны. Не хуже. Чпок, 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 чпок. Затормозим с женой. Сколько я там брал с собой? 165. Как-то так. Как-то так. Это продам сейчас. Оп, жрать захотел. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Жрать захотел. Так, чё б сожрать? Давай, батончик с этим. Вот и ладушки. Лоп. Вот и хорошо. Лоп. Все. Красота. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Бармен, сюда, камон. Новичков нынче, что собак. Здорово, вечер. Здорово, здорово. Так, хотел бы кое-что узнать. Ага, нет, ну надо так торговать. Я тебе продам. Сколько он продает? За сколько он продает? За 16 косарей. Окей. Так, на, забери. Мне это не надо. Мне это не нужно. Так, а я у тебя куплю вот эти вот патрончики. Спасибо. И, наверное, все. Вот. Отличный обмен. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Разбивались тут. Давай 200, вот так, 191, ну, нормально. По цвету шкур. Так, что там, есть еще кого-то здесь задание? Так, тебя что? Понимаю. Так, поневоле начнешь пить. Ничего нет. Так, это нет. Это тоже все закончилось. У этих ничего не появилось. Полезного новичка. Буречки. Нет ничего. Для таких, как ты, у меня всегда есть. Мне нужна работа. Ничего нет. Так, не у бармена? Ладно. Бармена. И там в начале, короче, этот есть. Сержант, да? Тоже таких, там задание можно у него взять. Но это, этим уже займемся, короче, мы в следующей серии. Вот, друзья. Тебе потому что видос у меня подошел к концу. Мы, наверное, выполним задание у сержанта в следующей серии. Если это произойдет быстро, то вернемся, короче, к бармену. А, арена. Проверим арену. Вернемся к бармену, короче, возьмем интересно. У него задание. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.